Друзья, приветствую всех на канале Common of Life. Сегодня я гуляю по Стамбулу, и здесь, если вы не знали, то есть беженцы из Сирии с маленькими детьми, сидят на улице, собирают деньги, либо вытаскивают мусорные пакеты из мусорных бачков и вытаскивают оттуда то, что там съедобно, там какие-то остатки еды, хлеб, кукурузу, если кто-то выбрасывает, не доел, они это доедают. И каждый раз, каждый день я делаю пошет. То есть не могу проходить мимо этих детей и смотреть на них. И вот сейчас очередной раз, когда дал, я не помню сколько, около 20 или 20, а нет, 20 и еще какая-то мелочь у меня была, может быть 5, может быть 4, 24-25 лир. Для меня это 1,5 евро, но ты видишь, и даже вот сейчас такой, извиняюсь, трогательный момент, когда ребенок, я маме отдал деньги, которая сидела, перебирала мусорный пакет, ища там остатки еды, и ребенок, девочка маленькая, не знаю, лет 2-3, может быть, не больше, подбежала ко мне, взяла меня за руку своими маленькими холодными руками, потому что они еще неизвестно где и ночуют, по-моему, даже на улице ночуют. Так что нужно делать добро, и как говорили, говорят, нужно давать тем, кто нуждается, а не тем, у кого есть деньги. То есть мы оставляем, ходим в рестораны здесь по 10, 20, 30 и больше лир. Я вот хожу, например, и каждый раз, когда я выхожу из ресторана, если вижу нуждающихся людей, я стараюсь им тоже помочь. Такая моя позиция. Позиция помогать. То есть как бы вот сам момент, когда ребенок к тебе подбегает, весь грязный, холодный, не пойми, в чем одетый, и берет тебя своими маленькими холодными руками за твою руку. Эти моменты вызывают у меня сострадание, и всегда хочется как можно больше помочь таким людям. Помогайте друг другу, будьте добрее. И тогда мир будет тоже намного добрее.